Губернатор Сергей Морозов встретился с ульяновскими коммунистами и выслушал их предложение о распределении доходной части бюджета на 2019 год. Обсуждение стало завершающим в серии встреч с депутатами от фракций. «Единая Россия», ЛДПР и «Коммунисты России» ранее высказали свои пожелания. Беседа с красными состоялась в правительстве вечером минувшего четверга. От акцизов до здравоохранения вопросов было предостаточно. Особо активно шел диалог о мерах поддержки пенсионеров. Сергей Иванович напомнил, что средства на их нужды предусмотрены. У нас есть свои обязательства перед людьми предпенсионного и пенсионного возраста, и мы их в полном объеме заложили, выполнение их в полном объеме заложили в региональный бюджет. Могу даже сказать больше, мы сейчас рассмотрим дополнительные меры поддержки. Депутат Заксобрания и врач по совместительству Юрий Супонин обеспокоен состоянием ульяновского здравоохранения. Проблема многострадальной медицины региона он намерен обсудить еще раз в разговоре о расходной части бюджета. Необеспеченность льготными лекарствами, нехватка узких специалистов в сельской местности, поломанная аппаратура, невозможность пройти обследование в условиях бесплатной медицины. Евгений Васин ратовал за гармоничное сочетание зарплат и налогов. В частности, он предложил несколько способов возвращения в правовое поле. Это и искоренение серых зарплат на предприятиях, и повышение уровня доходов населения. Кроме насущных вопросов, он отметил, что разговор с губернатором и членами правительства прошел конструктивно и в благоприятной обстановке. Также он надеется на адекватное взаимодействие в будущем. Это был полезный, так сказать, состоялся разговор. В общем-то, без всяких, так сказать, конфронтаций, так сказать, между правительством, так сказать, и нашей, как бы, вот, фракцией, потому что вроде бы, ну, все ждут какого-то скандала. Говорю, здесь сегодня, так сказать, нормальный был рабочий разговор, я думаю. Надеюсь на позитивное, так сказать, дальнейшее, так сказать, сотрудничество. Айрат Гибадинов уже построил планы на следующую встречу с губернатором. Дискуссия на тему расходной части обещает быть оживленной. Список пожеланий от коммунистов уже готов. Осталось только дождаться следующей бюджетной сессии. Мы договорились сегодня с губернатором о том, что расходную часть мы будем, а также мы проведем встречу и более детально обсудим, и мы свои пожелания, и больше даже скажу требования, да, мы их изложим, и не исключено то, что мы подготовим таблицу поправок. Диалог КПРФ и правительства прошел на удивление спокойно и дружелюбно. Когда будет следующая встреча, еще неизвестно, ясно только одно – она будет не менее оживленной. Виктория Чуркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.